Ну, эта акция посвящена второму приговору по делу Ходорковского. Мы считаем, что на самом деле по гораздо большему количеству уголовных статей и на гораздо больший срок можно было бы посадить Владимира Владимировича Путина. И поэтому мы считаем несправедливо то, что один сейчас сидит в тюрьме уже второй срок, а второй управляет государством. Поэтому мы просто предлагаем им поменяться между собой.